Серьезное ДТП произошло сегодня в 13:30 в Чувашии на трассе М7. В Цивильском районе около села Табанара столкнулись большегруз и микроавтобус. Предположительно, у грузового автомобиля лопнуло колесо, после чего грузовик наехал на 8-местный автомобиль «Пежо». По предварительным данным, 3 человека погибли и 6 получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.